Здравствуйте! Сегодня я покажу, как подключить регулятор скорости ITRS Sentero. Открутите переднюю крышку и внимательно откройте корпус. Подключаем кабель источника питания. Подключаем кабели к двигателю. Подключаем заземление питания и двигателя. Если двигатель имеет защиту от перегрева, то клеммы ТК должны быть соединены через перемычку. В нашем случае их нету, поэтому оставляем неподключенным. Если используется выход аварийного сигнала, нужно подключить эти клеммы. Устройство приходит в таком виде. В нем подключен нормально закрытый контакт для дистанционного включения и выключения регулятора. Для того, чтобы подключить удаленный переключатель, нужно убрать мост. Минимальное и максимальное выходное напряжение можно отрегулировать с помощью триммера определенной скорости. Существует быстрый и плавный режим запуска, который можно выбрать с помощью перемычки. Длительность быстрого запуска составляет 8-10 секунд. По умолчанию перемычка подключена. Можно установить или снять перемычку в зависимости от выбора режима запуска. Устройство подключено к источнику питания. Включаем его. Оно будет работать на максимальной скорости на продолжении 80 секунд, поскольку включен режим быстрого запуска. И подключаем удаленный переключатель. Это простой способ регулировки скорости вращения вентилятора вручную.